Свои вопросы могут задать не только жители поселка Орел. Принимают также людей из поселка Огурдино, деревень Пешково, Турлавы, Кондос, Петрово, Быстро и села Атаман. Встреча назначена на 19 марта с часу до 3 дня в поселке Орел по адресу Тимашова, 42. Для участия в приемной необходимо предварительно записаться по телефону, указанному на экране.